румынскую фамилию. Очень жизнерадостная девочка, видно сразу. И техничная. Редко встречается лента, разукрашенная поперек. Вот на этих соревнованиях, пожалуй, первая румынская спортсменка с такой лентой. Раньше какую-то динамику добавляет упражнение. Раньше очень часто использовали, потом переходили на однотонную, потом рисунки всячески разные рисовали. На раскрашивание ленты, вероятно, тоже есть какая-то мода. Да, да, да. Как что можно в этом сезоне? Ой, это спросите у гимнаста, который сейчас выступает. Для меня было всегда актуальным однотонное. Я знаю, Алина любит однотонные даже без ленты. Без рисунка? Были раньше с рисунком, но как-то, знаете, сбивает глаз. Нужно как-то концентрироваться. А для зрителей, видите, она может не так хорошо рисовать ленточкой, но вот эта вот разукраска дает ощущение, что лента работает очень сильно. Когда-то под эту музыку я делала обруч. Цыганская. Сейчас она была в немножко другой обработке, но свою любимую мелодию я узнала. Видите, как все девочки уходят, и не урочки, со спиральками. Ну, это так, очень так здорово смотрится, да. Пусть эта традиция возродится, очень здорово. Как будто еще не простилась со зрителями продолжать выступление. Да, такая школьная, хорошенькая.